«Век губернии. Век ивановской науки». В июне 1918 года была образована Иваново-Вознесенская губерния, а уже в августе создан первый технический вуз в советской стране – Политехнический институт. Базой для него стал Рижский политех, который в годы Первой мировой пришлось эвакуировать из Латвии. Однако промышленный Иваново-Вознесенск нуждался не только в инженерах, но и в педагогах для школ, гимназий и реальных училищ. Решением этой проблемы занялся педагогический институт. Как самостоятельное учебное заведение, Иваново-Вознесенский политех просуществовал до 1930 года, заложив начало четырех отраслевых вузов – текстильного, сельскохозяйственного, химико-технологического и энергетического. Тогда же был учрежден медицинский институт. Лет напряженной работы, науки и творчества. Ивановский государственный энергетический университет в своем развитии прошел огромный путь. От инженерно-механического факультета при ИФПИ до одного из самых известных вузов в России. За это время здесь менялись системы обучения, складывались научные школы и направления, так как Иваново-Вознесенский политехнический институт создавали на базе Рижского. В основу работы тогда еще факультета легли его программы. В музее энергетического университета даже сохранились первые зачетки. В них перечеркнуты Рижский и сверху от руки дописано Иваново-Вознесенский политехнический институт. От материальной базы Рижского политеха факультет получил немного. Часть оборудования, программы и немного учебных материалов. Самое главное, единственное, что удалось получить, это фундаментальную библиотеку. Это было очень важно, потому что подобные библиотеки у нас в Иваново-Вознесенске не было, и достать ее где-то во время гражданской войны было нереально. Это сильно облегчило процесс учебный. Издания сохранились. Сейчас большинство из них находится в Центральной научной библиотеке. Доступ к ним закрыт. Но в фонде редкой книги ИГУ рижские фолианты тоже есть. Их здесь 283. Книги можно не только посмотреть, но и почитать. Все в свободном доступе. До революции 75% состава всех вузовских библиотек – это были фундаментальные исследования. Только лишь четверть приходилось на учебные материалы. Поэтому студенты в основной части своей работали с учебниками в читальных залах. Поэтому все пособия, то есть и научные труды, и справочные, энциклопедические издания имеют исключительную ценность. Поскольку в Риге преподавали на немецком, часть книг именно на этом языке. Но для тех, кто знает язык формул и схем, это не стало препятствием. С учебниками и, соответственно, с теорией проблем не возникало. А вот лабораторную базу долго налаживали. Преподаватели старались набирать из специалистов, работавших на промышленных предприятиях. Это в первую очередь крупные инженеры, начальники технических отделов фабрик. Например, мы можем назвать такого человека, как Андрей Александрович Барниман, который пришел с Родниковской мануфактуры. В 1930-м на базе факультетов ИФПИ были организованы 4 самостоятельных вуза. В музее энергетического университета до сих пор сохранилась копия приказа об этом. Это было время, когда началась индустриализация, и потребность в специалистах сферы энергетики стала огромной. На базе факультета инженеров-механиков решили открыть энергетический вуз в Иваново, именно в Иваново-Вознесенске, потому что здесь на инженерно-механическом факультете был сильный профессорско-преподавательский состав, были созданы необходимые лаборатории. Главная задача в то время для вуза материально и территориально укрепиться. Для полномасштабной работы новому энергетическому институту не хватало своих корпусов и общежитий. Получить земельный участок в черте города под строительство учебного корпуса в 1931 не представлялось возможным. Площадку вузу отвели за 3 километра от центра, где он находится и по сей день. Строительство началось именно с этого корпуса, корпуса А. В
1934-35 годах строительство завершилось, и если сейчас в ВУЗе работает более 400 преподавателей, то тогда их было всего 40. Учились в то время по бригадно-лабораторному методу. Группа студентов получала задания и выполняла их под руководством преподавателя, никаких оценок и экзаменов. И вот мы видим, что здесь только расставлены зачеты. А вот уже к концу обучения, после 32 года, появляются оценки. Мы видим хорошо, отлично. С 1932 вернули традиционную систему «Строить работу», начали по государственным программам. И только в 1933 году организовали два первые факультета в ВУЗе. Это теплотехнический факультет и электротехнический факультет. Работа вуза наладилась, количество студентов росло, как и популярность энергетических профессий. Институт активно развивался вплоть до 1941 года, а потом грянула война. С первых дней Великой Отечественной войны началась перестройка вуза, работы вуза на военный лад. В первые недели из Ивановского энергоинститута на фронт ушли 330 человек, 17 преподавателей, 24 сотрудника и остальные студенты. Занятия тогда проводили в две смены, сроки обучения сократили. Студенты работали на благо фронта, в колхозах, на лесозаготовках, электростанциях. Очень многое о жизни в военное время историки смогли узнать из мемуаров. Многие студенты вели дневники. У меня в руках воспоминания Ирины Сергеевны Громатиной, которая поступила в ВУЗ в 1942 и закончила в 1947 году. И здесь мы можем прочитать интереснейший материал о том, как учились, как жили студенты, как они работали на трудовом фронте. В своих воспоминаниях Ирина Громатина пишет о том, как сложно было учиться, как ждали вестей, как переживали за близких и как старались помочь фронту. За все время войны на фронт из энергоинститута ушло более 500 человек. В зале славы университета до сих пор есть стена с именами тех студентов и преподавателей, кто не вернулся. Всего 82 фамилии. Великая Отечественная война закончилась, и в энергетическом институте вновь закипела жизнь. Конечно, сам институт развивался. Стране нужно было восстанавливаться, нужны были инженеры-энергетики, поэтому открывались новые факультеты. В 45-м году было два, в середине 50-х уже 4 дневных факультета. Открылись вечерние, заочные факультеты. Увеличивалось количество студентов, количество преподавателей. Энергетический институт всегда был новатором в образовании. Например, в 1965 году ВУЗ запустил первую в городе электронно-цифровую вычислительную машину «Урал-2». И в дальнейшем активно пользовался первыми персональными компьютерами. И вот у нас в музее представлены те компьютеры, первые компьютеры, которые использовались в учебном процессе. Для современных студентов они, конечно, кажутся большими, они, кстати, были очень медлительными, но тем не менее лаборатории были им оснащены, студенты благодаря им получали качественные знания. В 1992 году ВУЗ был принят в Ассоциацию университетов России и затем получил статус Государственного энергетического университета. Сейчас ЭГУ возглавляет Сергей Вячеславович Тарарыкин, должность ректора с 2006 года. За это время в ВУЗе многое изменилось. Открылись направления подготовки магистров, работает докторантура. О том, как сейчас развивается ВУЗ, узнаем непосредственно у ректора. С 2012 года ИГУ выдана бессрочная лицензия на образование. Сейчас университет имеет академическую автономию. Энергетический ВУЗ – один из трех энерговузов Российской Федерации, сориентированный на энергетику и на другие высокотехнологичные, наукоемкие отрасли экономики. То есть это не только энергетика, это ее сестры, электротехника, это механика, безусловно, это и машиностроение, это электроника, это информационные технологии, автоматика и многие другие дисциплины, естественно, некоторые гуманитарные направления специальности. А у нас практикуется, проводится обучение по 16
направлениям, укрупненным направлениям высшего образования, по 5 направлениям среднепрофессионального образования. Из них 10 – это приоритетные направления развития экономики и обороноспособности страны. Все-таки ВУЗ такого не только регионального профиля. У нас учатся студенты из 35 регионов Российской Федерации, из 25 стран и распределяются в 45 регионов Российской Федерации. Поэтому все-таки такой межрегиональный уровень отличает нас, всероссийский, может быть, уровень отличает нас немножко от других представителей ивановского образования. У нас довольно оригинальная система обучения студентов. Это система ритм. Больше 20 лет мы ее практикуем. Что это такое? Когда каждая дисциплина делится на определенные модули, и по каждому модулю в течение семестра сдаются микроэкзамены. Так называемые промежуточные контрольные точки, текущие контрольные точки. Это здорово мобилизует студентов, мотивирует. Они приобретают рейтинговые баллы определенные, которые оценивают их возможности, способности, достижения. Сейчас университет представляет собой мощный образовательный и научный комплекс. 8 факультетов, 23 направления подготовки. Прямо сейчас мы отправляемся на одну из самых известных кафедр – атомной электрической станции. Ее открыли в 1985 году, и сейчас там готовят лучших специалистов в сфере атомной энергетики. Кафедра выпускает инженеров-физиков. Направление очень популярное. Конкурс всегда высокий. Это при том, что на специальность 40 бюджетных мест. Выбрал эту специальность. Престижная, что скрывать, высокооплачиваемая. Ну и, естественно, я бы сказал, еще очень интересное. У нас, я бы сказал, очень хороший уровень подготовки. Все преподаватели дают, можно сказать, максимум знаний и даже больше. Срок обучения здесь 5,5 лет. Готовит студентов очень серьезно. И неудивительно, на этих людях в будущем будет лежать огромная ответственность. Ну, учебный процесс отличается, ну, во-первых, очень большим количеством лабораторных работ с использованием реального оборудования. Есть лаборатория дозиметрии радиационной безопасности, есть лаборатория по оборудованию. То есть очень широко используется реальное оборудование. Тем более, что мы проходим практику, у нас есть... Раньше был целый семестр, сейчас меньше, на атомных станциях в России. Ключевая и, пожалуй, самая интересная лаборатория здесь – полномасштабный тренажер. Это воссозданный блочный щит управления. Его предоставила ВУЗу Калининская атомная станция. Такой вузовский тренажер единственный не только в стране, но и, как утверждают специалисты, во всем мире. Наши же студенты-атомщики благодаря тренажеру получают не только знания, а еще умения и даже первичные навыки при работе на атомной станции. Что, в свою очередь, сократило сроки адаптации молодого специалиста на производстве. На тренажере можно смоделировать все ситуации, которые могут произойти на атомной станции. Погружение в реальность практически полное. Студентов учат следить за приборами, предотвращать опасные ситуации, находить причины и, самое главное, решение проблем. Ивановских студентов-атомщиков с нетерпением ждут практически на любом предприятии. Готовят в Ивановском энергетическом университете и специалистов в сфере программирования. Кафедра программного обеспечения компьютерных систем работает с 1965 года, с момента появления первых серийно выпускаемых компьютеров. Молодые люди здесь изучают весь цикл программного обеспечения, от идей до разработки и сопровождения программ. Во-первых, это развивающееся и перспективное направление, в котором постоянно появляется что-то новое. И, во-вторых, это программирование – это всегда обучение и развитие, потому что, ну, опять-таки, эта индустрия постоянно не стоит на месте, и, соответственно, ну, познаешь всегда что-то новое. Профессия программиста, поясняют студенты, сейчас не просто популярна, жизненно важна. Информационные технологии используют во всех сферах и практически на всех предприятиях. Наши выпускники могут разрабатывать информационные системы в сети интернет, мобильные приложения, информационные системы для корпоративных систем, базы данных крупные. В общем-то, мы не только занимаемся обучением, но и сами участвуем в такого рода разработках. Среди постоянных клиентов кафедры – чиновники мэрии. Уже много лет специалисты разрабатывают для городской администрации управленческие программы. Особая гордость кафедры – система «Умный город». Проект очень перспективный. Это система, которая за счет того, что собирает большой объем информации с различных датчиков, с оборудования, которое размещается в зданиях, с приборов учета, помогает
оптимально распределять энергию в сетях. Все новинки и разработки, в том числе и систему «Умный город», ученые проверяют рядом. На базе ИГУ есть своя котельная, которая снабжает вуз и ближайший микрорайон. Все здесь работает точно как швейцарские часы. Система в котельной оптимизирует в соответствии с новейшими разработками студентов и преподавателей. У нас в котельной установлена погодозависимая автоматика. То есть от зависимости от температуры окружающей среды у нас и, соответственно, автоматика отслеживает это и настраивает наше оборудование. Применение высокоэффективных технологий приводит к снижению потребления топлива, а датчики «Умного города» позволяют следить за состоянием энергопотребления в режиме онлайн. Кафедра электроники и микропроцессорных систем, пожалуй, одна из самых перспективных в ВУЗе. Ее открыли в 1977 году, и сейчас учебный процесс организован по последнему слову техники. Молодые специалисты, которые заканчивают это направление, имеют широкий спектр применения своих знаний. Они могут заниматься схемотехникой, программированием, конструированием. Выпускают специалистов по электронике и наноэлектронике, а также второе направление, которым мы студентов можем, скажем так, обучить, это управление в оптических системах. Профили, которые готовятся, это промышленная электроника и электронные системы и технические средства управления. И в этом отношении специалисты, которые выпускаются на кафедре, достаточно востребованы. Здесь 5 специализированных лабораторий. В их составе есть даже поточная линия для прототипирования печатных плат. После изготовления печатной платы на специальной поточной линии на этой печатной плате размещаются элементы. Эти элементы вставляются в полуавтоматическом режиме при помощи пневматического захвата. После установки элементов печатная плата спекает в специальных печках. Готовые пластины позже запускают и проверяют, как они работают. В зависимости от этого и ставят оценки. Очень много у нас физики, схемотехнику изучаем. Применяем все это уже с третьего курса. Пробуем паять. Также программируем много. То есть мы изучаем весь процесс подготовки платы. От ее выпуска до ее программирования. Свои силы в написании программ студенты могут опробовать на роботе Лего. В зависимости от установленных датчиков и внесенных кодов, устройство выполняет самые разные задачи. Он позволяет менять свою конструкцию, подключать всевозможные датчики, датчики движения, дистанции, ну и так далее. Реагирует на разные внешние факторы и позволяет нам лично заниматься с ним тем, что мы составляем для него алгоритмы, и с помощью различных внешних условий он эти алгоритмы преодолевает, выполняет и позволяет нам практиковаться. Кроме этого, студенты изучают технические средства автоматизации. В специальной лаборатории молодые люди могут управлять имитациями сложных промышленных объектов, таких как котельные и газотурбинные установки. Это так называемые контроллеры. Промышленные контроллеры они изучают на примере контроллеров фирмы Mitsubishi. Потому что данный контроллер соответствует современным промышленным стандартам. Язык программирования, который реализован на данном контроллере, реализуется и на других подобных устройствах. Многие дипломные проекты этой кафедры помогают усовершенствовать или разработать новые управляющие информационные системы для энергетики, металлургии, машиностроения и медицины. Кафедра автоматического управления электроэнергетическими системами вносит огромный вклад в подготовку кадров для российской энергетики. С момента создания выпущено более 1700 инженеров-релейщиков. Сейчас вот технологии, автоматизация, это очень хорошо шагает, то есть развивается без автоматики нам никуда. А как энергетика, то есть, энергетика очень важный продукт. Никакие технологии не работают без электричества, и если не будет света, что бы вы там ни придумали на компьютере, ничего из этого не получится. Молодые люди здесь изучают способы защиты от замыканий, автоматизированные системы моделирования систем и многое другое. Кафедра автоматического управления электроэнергетическими системами славится не только качеством образования. Настоящая гордость кафедры и, собственно, всего вуза – научные разработки.
Именно на этой кафедре разрабатывают систему, которая в будущем может изменить российскую энергетику. Молодые ученые создают цифровой трансформатор, который по ряду параметров многократно превосходит предыдущие разработки. Первый грант весомый, я считаю, получили в 2013 году. Этот грант был направлен на разработку цифрового трансформатора тока. Затем мы разработали, уже в следующем гранте разработали трансформатор напряжения, цифровой трансформатор напряжения. А сейчас, в 2017 году, мы получили грант на уже разработку целой системы. Первые инновационные датчики тока и напряжения предназначены для цифровых подстанций, то есть для электроустановок будущего. Трансформаторы уже успешно прошли ряд испытаний и очень хорошо себя зарекомендовали. Они будут устанавливаться на объектах электросетевого комплекса, а также промышленных предприятий. Данные трансформаторы очень точны, они имеют высокую точность, то есть помогают учитывать точно электроэнергию. Кроме того, они абсолютно безопасны. Они не могут взрываться, гореть, и в конечном итоге это все приведет к повышению надежности электроснабжения. Позже здесь же, в Ивановском энергетическом университете, разработчики намерены создать модель цифровой подстанции. Часть блоков и трансформаторов уже готовы. Ученые на пути к прорыву. Возможно, совсем скоро можно будет услышать о серийном производстве. А некоторые студенты Ивановского энергетического университета начинают свое утро со строевой подготовки. Это учащиеся военной кафедры. Она у нас в регионе единственная. Сейчас здесь учатся порядка 600 студентов. У каждой военной кафедры в России своя специфика. Так в МГИМО, например, выпускают военных лингвистов. В свою очередь, энергоуниверситет готовит специалистов в сфере связи. Военная кафедра готовит сержантов и солдат запаса. По пяти военно-учетным специальностям это дальняя связь, малоканальные радиорелейные станции, многоканальные радиорелейные станции, малоканальные тропосферные радиорелейные станции и станции спутниковой связи. Студентов, которые прошли обучение на военной кафедре, на срочную службу в вооруженных силах не призывают. Вместе с дипломом выпускники получают удостоверение лейтенанта запаса или военный билет. Здесь же в ИГУ основан учебно-военный центр. Принцип работы и обучения немного другой. По сути, военный центр представляет собой пункт дополнительного военного образования. У нас три военных специальности связных. К каждой военной специальности гражданская специальность, то есть они закреплены за факультетами. То есть основное время они учатся в университете у нас по своей основной специальности. Один день в неделю приходят, учатся методом военного дня у нас в учебно-военном центре. При этом, в отличие от военной кафедры, студенты УВЦ должны по завершению учебы 3 года отслужить по контракту. Причем в армию идут уже офицерами. Программа подготовки аналогичная. Студенты становятся связистами. В учебном процессе задействована самая современная техника. Это техника 6-го поколения и техника вот радиостанции, в частности, Р-187П1, которая применяется, сейчас прошла испытание в Сирии. В боевых действиях. Вот. Вся техника новая. Пожалуй, ни один из приборов связи не может поставить этих студентов в тупик. В состав теплоэнергетического факультета входит 5 кафедр. Здесь готовят специалистов, способных разобраться в любых энергоустановках и системах. Не только для энергетики, для транспорта, для других отраслей промышленности, для газоперекачки. Все это, скажем, отрасли, в которых могут работать специалисты. То есть профиль специалистов, которые мы готовим, достаточно широк и может работать, ну, во всех отраслях, скажем так, промышленности и других отраслей хозяйства. На факультете широко представлена лабораторная и практическая база. Здесь можно увидеть тренажер для обучения работы на энергоблоке. Схема полностью воссоздана с прототипа. Много на факультете людей, которые приходят учиться заочно. Они съезжаются в Иваново со всей страны. Зачастую студентов направляют в университет предприятия. У нас как раз отправляют со станции сюда на повышение квалификации, что очень помогло в работе. Ну и, соответственно, обучение тоже очень сильно помогает. В
Центр энергоэффективных технологий – еще одна гордость вуза в целом и факультета в частности. В этих лабораториях словно воссоздана котельная. Центр энергоэффективных технологий включает в себя лаборатории котельного оборудования, где представлено 15 единиц котлов различного значения мощности, объединенных в единую систему теплоснабжения. Учащиеся могут не просто узнать, как работает элемент, а посмотреть все действие в комплексе. И все это на современном французском оборудовании. Все студенты энергетического университета могут рассчитывать на достойную работу или стажировку. Этот вуз единственный, кто сохранил традицию распределения. С руководителями предприятия встречаются дважды в год. Осенью, чтобы предварительно познакомиться, и весной, чтобы определиться с местом работы. Примерно 90% выпускников устраиваются на работу по специальности. В этом году мы получили заявки от 90 предприятий Российской Федерации. 69 из них приехали сюда в очном режиме, чтобы поучаствовать в процедуре распределения, а 21 предприятие прислало свои заявки. То есть число заказов существенно превышает число выпускников. Диплом о высшем образовании ИГУ заслуженно венчает многолетний период обучения в этом вузе. Но не только учебой полна студенческая жизнь. Прославлено в энергетическом университете спортивное направление. Вуз здорового образа жизни, иначе не скажешь. Современный стадион позволяет подготовить отличных бегунов. Они не раз удивляли жюри на самых разных соревнованиях. Легкая и тяжелая атлетика, борьба, бокс, полиатлон и многое другое. Вряд ли найдется такой вид спорта, в котором энергеты не завоевали бы наград. Спортивные успехи наших студентов – это в первую очередь как раз занятия в спортивных секциях. Это вторая половина нашего дня наших студентов. То есть после первой половины, отзанимавшись на академических занятиях, они активно занимаются в спортивных секциях по спортивным направлениям. Всего 15 видов спорта мы культивируем. Энергет – всесторонне развитая личность. Этот девиз повторяют в вузе вполне заслуженно. В университете работает студенческий культурный центр, который объединяет сразу несколько направлений. Здесь и театр эстрадных миниатюр, вокально-инструментальное объединение, хореографическая и даже дизайн-студия. Наши студенты в этом году стали победителями областного фестиваля «Студенческая весна». Несколько номеров у нас получили первое и второе лауреатство. А также в этом году наши студенты привезли лауреатство с российской студенческой весны из города Ставрополь и выступали на главной студенческой сцене страны при публике более 6 тысяч человек. Библиотека здесь тоже творческое пространство, целых 4 этажа, большой фонд научной и художественной литературы, познавательных журналов, как в печатном, так и в цифровом виде. Эта библиотека в Иванове единственная, где действует система электронной выдачи, которая позволяет избегать очередей. Библиотеку студенты любят. Ну, во-первых, у нас очень уютная атмосфера, здесь комфортно, здесь в промежутке между занятиями можно всегда посидеть, обсудить лабораторную и так далее, сделать что-то вместе, можно почитать, всегда здесь хорошо, тепло и комфортно. Кроме того, у нас здесь множество студенческих проектов, курируемых библиотекой проходят, в том числе творческие мероприятия. А все самые интересные мероприятия освещает студия студенческого телевидения. Ребята трудятся в составе большого медиацентра. Настоящие съемки, интервью и выпуски новостей. Сами работают с камерами, пишут тексты, записывают звук и монтируют. Видеосюжеты и ролики транслируют в интернете и на экранах в университете. В связи с развитием информационных технологий все перешло больше в интернет, и мы выставляем свои видеоролики на YouTube, сайте и в социальных сетях. В энергетическом университете невозможно стоять на месте. Нельзя просто учиться. Здесь можно только идти вперед, только развиваться. Этому сильному подходу в образовании вторит девиз вуза «Semper in moto», что с латыни можно перевести как «всегда в движении».